Так, всем привет. Покажу, как сделать, чтобы у вас работал прикуриватель без ключа зажигания, без включенного зажигания. Так, снимаем эту коробочку, вот этого предохранителя. Вот это вот. И получается, у меня вот два предохранителя стоят правее, нежели остальные. Этот предохранитель идет на прикуриватель. Если он стоит у вас так же, как все, у вас прикуриватель не будет работать без зажигания включенного. А если переставить его чуть-чуть правее, тогда прикуриватель будет работать без включенного зажигания. Ну, вот так вот.